5 grand just to see you dance. 5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки. Меня зовут Люцис, и мы идем на рейд базы Jets. Jets. В общем, такую базу я не рейдил, я не помню ее у себя. Посмотрим. База, наверное, будет интересная, раз тут есть чемпион. Сейчас его сразу залутаем, посмотрим. Ага, окей, фуражечка. Так, ну это, скорее всего, какая-то буферка будет, да? Не все же так просто, правильно? Ну да. Давайте взорвем там прямо здесь, посмотрим. Если что, мы можем себя откатить и вернуться назад. Ага. Тут у нас вот так, да? Идем дальше. Отлично, тут у нас... Ага, идем дальше. Давай. Опа, тут у нас ящики есть. Это хорошо. Так, от зомбарей избавился. Давайте открывать ящики, смотреть, что в них интересного. О, еще зомбари. Судя по всему, не посмотрю, да? Ладно. Так, от двух волн я избавился. Давайте посмотрим, что тут есть. Так, тут ресурсы. И здесь ресурсы. Железо. Железо. И... алюминиевые пластины и слитки. Плюс еще есть медные слитки. Это хороший лут, но... не знаю даже, стоит туда заходить повторно или нет. Ладно, давайте здесь посмотрим. Опа! Здесь броня. Это хорошо. А здесь что? Оружие тут будет? Нет? Поломанное оружие. Угу, хорошо. Дальше смотрим. Здесь ничего такого интересного. Здесь у нас чего? А здесь есть уже оружие. Хорошо. Идем дальше. Так, от третьей волны избавился. Так, здесь у нас вода. Окей, смотрим. Здесь, опа. Эпичненько. А здесь, ух, как хорошо-то, а. Давайте еще один ящик откроем. Отлично. Здесь тоже бронька. Хорошо. И последний ящик открою, и потом... перезагружу игру и зайдем вот с этой стороны. Интересно, тут тоже броня. Итак, я вернулся и можем попробовать зайти вот с этой стороны, где у него тут хата нарисована. Вернее, коврик здесь лежит. Welcome, так welcome, давай. Ага, тут ничего такого нету. Ладно, идем дальше. Посмотрим, что... То тут у нас сушилка, тут, скорее всего, кожа будет, но тут неплохой такой вариант зайти отсюда, чтобы зомбари нас не трогали. Блин, не получится, значит, надо отсюда заходить. Давай, ломай. Хорошо. Зомбари нас все равно трогать не будут. Я так полагаю, это двойная буферка, и она будет везде, да? Тут ящик. Давайте откроем, раз такое дело, посмотрим, что тут интересного. Тут у нас камни. Окей, идем дальше. Тут у нас тоже камни. Хорошо, идем дальше. Тут у нас... О, доски. Это приятно. Смотрим, что в синем ящике. Ух ты, сколько всего, а. Тоже интересный ящичек. Давайте тогда пойдем дальше сюда. В этой части мы тоже не были. Давай. Хорошо. Угу. Три ящика. Тут мы уже были, получается. Тут тоже надо взорвать, да? Давайте посмотрим, что в этих трех ящиках. И уже буду думать, куда идти и как-то рейдить все. Фигня. Тоже фигня. Ну, тут топорики, разве что. Не особо крутой лут. Давайте я попробую здесь взорвать, чтобы убедиться в том, что я уже там был. Опа. Нет, я еще тут не был, кстати, вот в этой маленькой зоне.
Она интересная, судя по всему. Давайте тогда сагрим Громилу, пусть он сюда вот придет. Блин, поздно. Итак, попытка номер три. В предыдущий раз вышел небольшой нюанс, когда я выбежал из этой базы. Прибежали все зомбари, которых я до этого не убил. А я про них чуть-чуть забыл, буквально вот капельку. И вот пришлось перезагрузить. Ну, давайте попробуем, куда нам надо-то в этот раз. Я уже не помню. По-моему, наверное, скорее всего, вот сюда куда-то. Давайте взорвем здесь и поищем что-то интересное. Да, правильно. Давайте открывать ящики, смотреть, может, что-то тут будет. Пусто. Давайте я все сейчас открою и покажу заодно. Это мне неохота каждый раз тут с зомбарями разбираться. Итак, со всеми тремя волнами разобрался, все ящики открыл. Теперь можно смотреть спокойно. Здесь у нас мои фильтры, но они, скорее всего, пропадут. Попадут в другой ящик в следующий раз. Дальше провода. Дальше шушера всякая. Идем дальше. Такое себе. Тоже неинтересно. Тоже неинтересно. 8 бензин это неплохо, конечно, но взрывать, тратить сишку это не по мне. Так, ну, в общем, тут ничего интересного нет. Давайте зайдем вот сюда. Ну, вернее, посмотрим, что здесь у нас есть. Скорее всего, ничего, да? Ну, нет, часть двигателя есть, офигеть. Ладно, давайте откроем еще вот этот ящик, который, мне кажется, тоже приманка. Но все равно посмотреть, открыть ничего не стоит. Да, ничего тут нету. И откроем еще вон. Самый первый ящик, который попадается здесь. И я перезагружу и уже буду рейдить, как бы мне этого хотелось. Так. Да, ничего интересного. Итак, последняя попытка рейда этой базы. Идем сразу вот сюда, куда-то вроде бы надо сюда идти. Насколько я помню, вот здесь надо взрывать, да. И заходить где-то отсюда. Да, в принципе, правильно. А мне вот интересно еще одна вещь. Если отсюда вот тут стена будет так же, да? Да, ничего это не изменит, поэтому все правильно я сделал. Ломаем эти ящики, забираем лут и сваливаем отсюда. Ну, можно еще зайти с другой стороны, ну, не знаю, посмотрим по ситуации. Так, давай ломай дальше. Ломаем дальше ящики. По-моему, это даже ломать не надо было. Фигня всякая. Не уверен в этом, конечно. Здесь это была броня, я помню. Опять зомбари. Так, от второй волны тоже избавился. Ломаем этот ящик. Еще вот этот, по-моему, надо сломать. Из этих двух вот этот ломать не надо, насколько я помню. Так, ну вот, от всех трех волн я избавился. От моей остался еще один. Ладно. Так, от тебя избавлюсь. Открыл ящики, заберу сейчас по-быренькому весь лут, который мне интересен. Так, здесь еще вот это надо забрать, и здесь блоки надо забрать. Так, все это быстренько сейчас сложу в чомпер. Скорее всего, придется тут умереть. Наверное, было бы логично, потому что там еще с этой брони надо забрать. Сишку я пока оставлю при себе, я не знаю, буду я дальше лутать или нет. Но пока что оставлю. Это заберу, ну, пусть будет вот это. Так, идем дальше лутать, смотреть, забирать все остальные глоки. Давай, 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 давай. Здесь они были. Все, зашибись. Здесь у нас ничего интересного. Здесь вот броня. По сути, я, наверное, взорвать больше не буду. Я сейчас умру быстренько. Так, я вернулся. Сейчас быстренько забираем лут со своего трупа. Берем что-то еще. Так, это надеть. Надеваем, одеваем, 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 забираем. Все, отличненько. Сейчас быстренько это все положу сюда. И буду уже забирать броню. Сишку я все-таки сюда положу. Я бы мог взорвать еще одну стенку, забрать там ресурсы, типа те же доски. Бревна, вот это все. Но мне кажется, оно в принципе не влезет сюда. Ну, то есть я сейчас еще заберу уже 4 сета брони. А это довольно-таки много. Так, здесь ничего.
Здесь вот headset я одену. Так, это мы заберем. Так, это пока сюда. Сиди здесь. Забираем раз. Так, каска покоцана, не хочу. И забираем два. Так, вот. Здесь еще был сет брони, который мы тоже заберем. Давайте я это тоже открою. Тут, по-моему, были бутылки, вода, что-то такое. Да, ничего не изменилось. Я думал, может, свои фильтры найду. Но нет, так нет. Это вот так положим. С хавкой. Что мы сделаем? Это мы схаваем, это мы сюда положим. Мачетка. Это покоцанная. Я, пожалуй, ее уберу. Вот как-то так, наверное, еще два сета влезет. Нет, туда нам не надо. Так. Забираем еще один сет и еще один сет. Вот так и вот так. В принципе, неплохо. Эту кувалду можно тоже убрать. Вот это убрать, вот это убрать, вот это. Вот так, наверное, еще один сет заберу. Лишним не будет. Вот поэтому я не хочу взрывать стену, потому что у меня уже тупо места нет, куда это все складывать. Тут еще один сет можно забрать, но у меня уже реально места нет. Хотя, можно сделать вот так вот. Вот это положить сюда. Хрен с ним, с оружием, у меня его много, а броня в последнее время начала пропадать куда-то. Я ее использую очень много. Вот так вот. Наверное, сделаю так. Ну, вы, конечно, можете по-другому собрать. Это у каждого свои предпочтения. Я забрал то, что нужно в данный момент мне. Здесь все хорошо. Идем на базу, смотрим, что у нас получилось украсть. Итак, ребят, с помощью одной сишки у нас получилось украсть... так, 9 глоков. Получается, 9 глоков. 2 калаша. ВСС, миниган. Дробовик, кувалду и разрушитель. А, да, 10 глоков, тут еще один. И получается раз, 2 сета брони спецвойск и 4 сета в тактической броне. В принципе, очень неплохой лут, учитывая то, что мы потратили всего одну сишку. Я ее зарейдил вот таким вот образом. Каждый опять будет решать для себя, что ему важнее. Ресурсы, огнестрел, броня, и так все в этом порядке. В общем, на этом все. Если вам понравился этот рейд, обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Пока-пока, до скорых встреч.